Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Игорь, и добро пожаловать в новую серию Креатива против выживания в Майнсруфте. Да, ребята, всем привет! И вы знаете все, что нужно делать прямо сейчас. Поставь лайкосик прямо сейчас, не будь ленивая жопа. Если набираем много лайков, то мы с Игорем обещаем то, что сразу же выйдет следующая серия. Вот прям в ту же секунду. Да-да-да-да-да. И подписывайтесь на наши каналы, ссылочки на них есть там в описании. И нажмите на колокольчик. Мы разузнали то, что некоторые из вас не нажимают на колокольчик. И пропускают наши видосы. А это непонятно. И стримы! И стримы пропускают. Стрим, омагат, омагат, короче. Давай, чтобы без омагата, мы сразу же пойдем и будем начинать. Поехали, давай. Игорь, ты знаешь, что у меня в руках сейчас? Секундомер, я знаю! Секундомер! Ты готова? У тебя две минуты. Готов, давай, давай. Давай, раз, два, три. Ну, во-первых, нужно будет побороть мою стенку, понимаешь? Стенка это как китайская стена, только украинская, понял? Украинская стена, хорошо. Я же её строю, понимаешь? Я буду знать. Ну, это много, понимаешь? Главное построить стенку. Мне кажется, главное это стенка, понимаешь? Стена это да, это самое главное. Вот мне интересно, за сколько минут я сегодня смогу пройти твой троллинг вот этот, стенной? Стенной троллинг, смотри, потом идут шипики, понимаешь, шипики, ага, потому что для разнообразия. Шипной троллинг, шипной, да, троллинг? Чисто для разнообразия, да, чисто. У тебя еще одна минута на 10 секунд, если что, вот так просто предупреждаю мимолетно, знаешь. Ага, хорошо, еще... хорошо, Эдисон, все четко. Только я тебя молю, Игорь, да, давай, пожалуйста, без вентиляторов, хорошо? Не, Эдисон, куда без вентиляторов? Ну ты сволочь, конечно. Ну ты сволочь, конечно, Игорь. Еще побольше. А побольше вентилятор. Да, давай сразу 10 ярусов, понимаешь, 10 блоков вверх. Не, Эдисон, 10, конечно, многовато будет, но... У тебя 40 секунд, Игорь. А давай ты там ничего сетать не будешь, да? Давай ты ничего там сетать не будешь, чтобы я потом падал туда в яму эту. Ну ты зараза, конечно, Игорь. Потом еще немножечко, наверное, потом... Можно еще вентиляторов добавить, мне кажется, Эдисон. Мне кажется, ты любишь вентиляторы. Я очень люблю вентиляторы. У тебя еще 23 секунды, Игорь. 23 секунды. Мне надо еще рычаг положить, Эдисон. Господи. Рычаг, да. И вентиляторы немножко не в ту сторону. Так, хорошо, Игорь, у тебя еще 12 секунд, 10 секунд, 9, 8. А, да, ты еще давай застрой это все, давай сразу бедроком там. Ага. Так, 10, 8, 7, 6, 5, 3, 8, 1. Все, Игорь, все. Ты смотри, он там еще строил, пока я что-то там делал. Какие-то водные испытания, мне кажется, Эдисон. Водные испытания, короче. Водные испытания. Я ставлю тут спаунпоинт, ты тоже потом не забудь его поставить. И мы начинаем. Ну что, Игорь, я могу? Давай, я считаю, короче, по выстрелу ты бежишь, давай. По выстрелу, давай. Давай, раз, два... Давай, куда? Шо? Куда так быстро? А ну стоять, говно! Это чё, сейчас Игорь? Ты что делаешь, тварь? Это вот Эдисон, вот такая вот штукенция. Кстати, у тебя тут лава набирается немножко, да, понимаешь? Немножко лава набирает. О, господи. Быстрее, Эдисон, быстрее! Течет, Эдисон! В смысле, ага, так нельзя, да? Так нельзя, Игорь. Подожди, Игорь, давай мы с тобой успокоимся, давай мы с тобой просто погорим. Хорошо, я спокойный. Подожди, ответь мне на вопрос. Ответь мне на вопрос. Я тебе не психолог, давай проходи, давай. Давай, упадай отсюда. Ладно. Почему меня назад отдувает? Да хватит, подонок ты такой! Так, кстати, срака тебе, ребят, тебе срака, Игорь. Будет он мне помогать, да, конечно. Давай ты хотя бы блоки подо мной ломать не будешь. Давай, хорошо, блоки ломать перед тобой не буду. Давай. Слышь? Это ты слышь? Игорь! Хватит. Дай, типа я не сдал! Да? Ах ты говно! Ой! Игорь, я умираю! Твою матушку! Я человек-паук, Эдисон! Человек... Дебил! Все, хватит. Ага. Давай, Эдисон, вентилятор! Тут после вентилятора еще шипы немного, Эдисон. Я заметил, матушку! Я заметил!
Да хватит, ёптыга, ты понимаешь, меня отодить просто... Я тебя сейчас убью, я тебя просто сейчас убью, а. Так. Хорошо, Эдисон, хорошо, да, идет, идет, все идет по плану, все идет по плану, Эдисон. Все идет по плану, все по плану, все по плану, все по плану, Игорь, по плану! Сейчас, Дайан. Это что? Ты шо взорвал? Эдисон, у тебя больше нет рычага. В смысле? Ты издеваешься? Ты издеваешься? Это было сильно, мне кажется, это было сильно. Ну, да. Как бы, ладно, тебе вот держи рычаг, да, что-то не взорвался, наверное, да, вот держи, вот уплывёт. Слушай, ты можешь эту паутину засунуть себе в одно место, пожалуйста? Я сегодня человек паук. Я вижу, что ты человек паук, да. Пью-пью-пью-пью. Что творит? Да что? Да почему так? Так, Эдисон, мне кажется, ты опять горишь. Я опять горю. Опа! Ай-яй-яй! Ты куда? У меня половина ХП отнялась, Игорь! Так, подожди. Ага, все, у меня есть блоки. Зашибись! Не надо ничего делать, пожалуйста, со мной. Я победил, Игорь, я победил, да? Хорошо, вот если бы я тебе не дал рычаг, который взорвался, ты бы проиграл. Подожди, ну так нечестно, есть правила. Правила этой рубрики, в конце должен быть рычаг. Но он же взорвался. А почему он взорвался? Кто его взорвал? Это вообще не я тут, это как бы... Ну хорошо, хорошо. Не видел, я там вообще даже рядом с ним быстро не... Короче, я выиграл, Игорь, тебе нужно это все перестраивать, чтобы я тебя затроллил, давай. Эдисон, что у меня в руках сейчас? Игорь, ты что, извращенец? Да ну... Отпусти это, Игорь, мы ролик записываем. Ну, конечно, понятно, что у тебя... секундомер. А, секундомер, я уже просто фантазировал. Ну, хорошо. Все-таки. Хорошо, Игорь, давай. Ну, давай, готов на счет 3, Эдисон? Раз, два, три. Время пошло, Эдисон, время пошло. У тебя уже 2 секунды прошло. Уже 2 секунды? Это что за бассейн, Эдисон? Это просто. Может, чтобы... ты не будешь таким заниматься? Чтобы остановить тебя. Давай мы тебя остановим немножко. Так, смотри, потом у тебя. Я сегодня мылся. Давай вот без этих своих бассейнов. Ага. Ну, это необычная водичка, это необычная водичка будет, понимаешь? Какая? А, вот такая. Почему лава не разрушает эту? А нет, разрушает. Тут ты джиниус просто. Джиниус. Ага, вот так вот. Вот смотри, тут везде у тебя будут шипы, чтобы тебе задницу проколоть, понимаешь? Ну видите, как он меня не любит, да? А потом вы говорите то, что я Эдисон не люблю. Вы посмотрите, сколько он шипов наставил, тут целое поле их. А только что сам меня троллил, да, своими шипами. Поставил мне паутину над шипами, что? Я даже пошевелиться не мог. Не честно, я вижу третий ряд этих. Давай убирай один ряд. Давай один. Слышь? Хорошо, я уберу. Нормально он убирает, смотрите, что ты делаешь вообще? Вот. Не, вы видите, да, что он натворил? Он крестики-нолики со мной играет, решил. Слышь, стой, вот ты такие уже были, это уже неинтересно, это уже прошло. Это уже неинтересно, да, Игорь? Ну хорошо. Давай, забирай петуха, ну. Слышь, давай без сетов тоже. Куда? Куда? В смысле без сетов? Капец. Да, Эдисон, давай. Ты серьезно? Ты считаешь, серьезно, что я вот это пройду? Да, да. Ты понимаешь, это должно уметь проходить, как бы. Я должен. Уметь проходить? Ну ты будешь уметь проходить это. Смотри, у тебя тут будет такая замечательная ямка, видишь? И потом. Давай договоримся, я тебе блоки не разрушал, и ты мне тоже, да, не будешь? А-а-а, ты мне блоки не разрушал, да? Это максимум паутинку ставил, не разрушал в этот раз, Эдисон, все было честно. Да-да-да. Эдисон, уважай мне не друг. Кстати, у тебя осталось 10 секунд, я забыл. Какие 10 секунд, Игорь, успокойся. Не-н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 е
Все, все, я ставлю просто сундук. Я просто ставлю сундук и ставлю туда рычаг. А, рычаг уже есть. Все, все. Игорь, все уже есть, все, успокойся. Ай! Я, короче, готов тебя затроллить.
А ты готов? Я не готов, чтобы ты меня затроллил. Спаунпоинт поставь, поставь спаунпоинт, все будет нормально. Да, спаунпоинт, спаунпоинт. Спаунпоинт есть, Эдисон. Что это за звуки? Я не знаю. Я не знаю, я не знаю, что это такое. Вы видели, у него гранатомет. Я не буду с тобой играть. Да-да, все, давай. Арки. Все, понял, все, я выиграл. Ага. В смысле, подожди, не как успел, ты? Не успел, как? Давай. Не успел, давай. Пошел ты, подожди, давай. Подожди. Я начинаю! Все, давай! Раз, два, три, Сигар, давай! Что-то странный блок. А, нет, все нормально, хорошо. Шо? Эдисон. Че? Ты дурак, знаешь, как она дамажит, смотри. Где я вообще? Да. Пошел ты в жопу. Давай, давай. Я не пойду. Нормально, бежим. Давай, давай, Игорь. Так. Так. Ты смотри, какой жопочник. Ты что делаешь, Игорь? Давай выкапывайся наверх. Видишь, что ты сам натворил? Все. Серьезно, это не серьезно, это слишком мощная вода. Если слишком, ну давай, давай, у тебя тут паркур. О, давай, хорошо. Я, это обычный паркур. Игорь, обычный паркур. Ты не можешь его пропрыгать. Необычный, мне кажется, ты что-то подстроил. Обычный паркур, давай. Что дальше делать? Poison, ага. Ага, кто в меня poison бросал? Poison бросал, да, Игорь? Poison. Давай, Игорь. Чё ты делаешь? Я строю мост. Да! Всё, Игорь, в этот раз будет намного всё проще, давай. Ты уже знаешь дорогу. Я уже чувствую, там еще петуха. Да, твою мать! Просто нужно пробежать. Вот, молодец. Ага. Опа, опа, оп, оп, оп. Слишком мощный вентилятор. Я сам не могу туда. Все, убрал. Убрал. Так. Пошел в жопу. Ага. Вот так вот ты со мной, значит, да, вот так вот, да? Най-н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 ай
Подожди, под... Бомбит, гриб, пукан. Игорь, тебе еще немножко осталось, совсем немножко. Так, петуханов своих убирают, это... Ты куда? Куда она отскочила? Сейчас взорвется, что-то будет плохо. Так, хорошо. Хорошо, забираем блоки, забираем... Давай. Игорь, там лава, там лава наверху, немножко лава. Пол это лава, Игорь, давай. Пол это лава. А чё это произошло сейчас? Я не знаю. Так. Спанпоинт ставь! Спанпоинт. Давай. Да блин, задрал Человек-паук. Ты не Человек-паук, ты Человек-говно. Да, то... Вот как он заговорил, да? Обидками он заговорил. Хорошо, давай. Эдис, ну как отсюда выбраться? Я не знаю. Я тебе немножко помогу, согласен. Это жестче, чем у меня, Эдисон, это жестче. Так. Так, там нельзя 4, да, по-твоему, да? Нельзя. Даже чуть-чуть. О! Ты чё сделал такое, Игорь? Так, Эдисон, у меня кончились блоки. Эдисон, у меня жопа. Блок. У меня жопа. Блоки у него кончились. Бил! Дебил! Значит, блоки у него кончились. Блоки у него. Ага, и что дальше? Нужно подумать, что нужно делать дальше. Так, бедро ломается, как нет? Бедро не ломается, нет, ничего не ломается, Игорь. Подожди, а ты мне сейчас что-то сделал, да, или я просто сам? Не, я ничего не сделал. Ну я немножко зелья на тебя бросил, и все. Как тебя пристрелить, ублюдок? Ну ладно. Ой, нормально. Игорь, читер проклятый!
И меня сам туда телепортировал, Эдисон. Ты мне дал это, дал мне лопату, знаешь, типа, ты мне дал удочку, чтоб я ловил рыбу. Нет, я с тобой больше не дружу. После этого, нормально. Где ты? Подожди. Иди сюда, все, все, давай, 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 давай дальше проходи, давай дальше, Игорь. Потушить огонек, надо потушить. У тебя слишком сложное испытание, мне кажется. Так, иди в жопу, тут уже огонь. Эдисон! Ну молодец, ну молодец! Все, прошел, прошел. Тут немного корабль у тебя горит. Игорь, туши корабль! Игорь! Я не убил! Туши корабль, нам перестраивать его нужно! Давай, давай, давай. Туши корабль! Туши корабль, все! Я потушил, где можно было. Вот как мы неожиданно переместились вот сюда, и мы сейчас будем заканчивать, да, Игорь? У меня душа болит, Эдисон, после твоих испытаний. Извини, я больше не... Я не знаю, это от шипов, шип просто тебе немного туда тыкнул. Короче, чтобы у Игоря не болела почка, и чтобы вышла новая серия креатива против выживания, ставьте лайкусики прямо сейчас. Это единственное, что вы сейчас можете сделать, чтобы меня полегчало. Это, конечно же, поставить лайкусик. Только лайки решают, выйдет новая серия или нет, да, Игорь? Не, ну не только лайки. Нужно еще подписываться и нажимать на колокольчик, Эдисон. Так что, типа, как бы, нажимайте на колокольчик. Только аккуратно. Аккуратно. Чтобы не пораниться, да. Ой, я скажу вместе с Игорем вам огромное спасибо за просмотр. До следующей серии, если она будет. Всем удачи и всем. Пока! Пока-пока-пока-пока-пока.